Что лучше делать со списком грехов на исповеди? Знаете, такое, да, есть? Многие очень правильно делают, что, идя на исповедь, записывают, чтобы, ну, что-то не забыть, не переволноваться. А оно, и оно для себя полезно очень, очень. Что делать? Есть такое суеверие, что нужно обязательно порвать должен. Значит, Бог простил. Нет, это не значит. Господь прощает за милость свою, а не за факт порвания бумажки священникам. Поэтому, что хотите, то и делайте, без разницы. Вот у меня была традиция, я свои списки, свои личные, что я каюсь, домой приносил, складывал. И когда я иду к следующей исповеди, я предыдущие прочитываю. Я дело скажу, зачем. Чтобы стыд проснулся. Каюсь в одном и том же, не справляюсь. Ну, это только способен бессовестный человек так делать. Чтобы стыд начал жечь. Я думаю, мне была от этого польза.